Смотрите, плюшка какая. Какая дорогая компания. Какая компания, не знаю. 65% офф. Стоило 507, стоило 845. 845 before. Now, you see that? Тут два раза уценяла, гляньте, 845 стоило, 507, 295 сейчас, и плюс такс, не забывайте. И это всего лишь плюшка. Девочки, девочки. Ну, плюшка бархатная, на подклад... не, без подклада. You see, 800. Берите, не встать. А вот is it company name? Такая дурная. Вот company name. Maybe Johnny Walsh. Это 595 стоило, 176 сейчас. Ужасные. Ужасные. Вот же. Джонни Вуд. Джонни Вос, я. Джонни Вос. Господи. Ой, ну, девочки. Ну, плюшка. Плюшка. Вышивки пошли в моду. А у меня есть с вышивкой. Надо подоставать свои старые. И будешь самой модной. Например, вот это. 130. Майка. This nice, right? This nice. Вышивка. Ну. This 65 too. This one. On back. You see back? Плюшковый back. Сумка. Ужасно, девочки. 156 вот это. Nice outfit. Yeah. Плюшка меня поразила. 845. Да, вообще. Так. Это типа халатов. А, они, наверное, халаты и есть. А, пижамы, пижамы. You see, пиджам. Silk. Шелковая 225. Сейчас я была 545. 600, 645. 645 now. Пиджам, silk. Вот, так, что еще? Это you told me. 65% off. Штаны такие. Ну, короче говоря, вот. Короче, мы едем к вам. Россия. Вот красота. Джонни Вос. 465, а сейчас 162. This 465. Ну, that the most expensive. Вот та плюшка. Самая дорогущая. Умерите не встать, девочки. Джонни Вос. Так. Вот это хорошая ткань. Классно, опять же, Джонни Вос, но, слышите, 138, яркое все, конечно, ткани классные, качество хорошее, то есть все эти вещи, которые по $800, девочки, очень хорошие, и это хорошее. Let's go, very interesting here, и тетя в таком платье, хоть бы нарядили в то, да? This so simple dress, she should wear that for $800, right? And what is this one? Ну, эта вешалка меня вообще поразила. Слышите, вот это дома такую вешалку дай. Здесь цена $1020. И смотри, не будешь знать, когда и где ее носить. И все поймут тебя вот в этих штанах, что ты немножко ку-ку. Вот. Даже здесь, вот в этих, ну, в этих кругах. Ну, как вот люди ж здесь, покупатели, они... примерно там модные знают, что к чему, да, и то будут на тебя смотреть. Но вот в этой на тебя смотреть не будут. Вот эти вот ничего, я их помню. Джонни Вос, они уже были. Они не раз, нет, не на распродаже. Они уже были. Вот эти красивые такие. Вышивка, да, красивая, классная. Они уже были, я их где-то уже видела. Или подобное было. Не, ну... или подобное было. Красиво очень. А, я вспомнила. Это было в Saks. Fifth Saks Avenue. No, not Fifth Saks Avenue. А, какой же магазин-то был дорогущий. Забыла. А, да, они уже были. Слушайте, есть у меня с вышивкой. Все, надеваем. Потому что у нас весна пришла. Сегодня у нас февраль. Февраль... 14. Сегодня Valentine's Day. Мы с хазбандом прогуливаемся. Приехали подальше от дома, чтобы погулять. Ну, в общем, вышивка, девочки.
Сплошная вышивка и цены, да? 280. Ну, вот так стоит эта компания. Yeah, it's expensive. Yeah, I tried before, but very big. Балоневые штаны. Yeah. Yeah, I have. Yeah, I know what it is. 52 пиджак. Ну, это Брайан. This Brian Walker, right? Брин Уокер. Ну, Брин Уокер хорошая тоже компания. Но в этом будешь такая здоровая, как... That's nice. Yeah. It's like raincoat, no? Mm-hmm. It will make you bigger. But pants, yeah. I have. You remember that, right? У меня есть комбинезон вот с такими. Он вспоминает, говорит, ты что-то не носишь. Или сидит дома. Есть у меня такое. Такие плащи. This like coat. Большим воротником, 73. В общем, это все непрактичное, девочки. Вот это все практично. Видите, как бабушковое, оно все практично. Вот так вот одел за $54. Страшно, меры нет. Вот это вот еще будет, как этот, ползунки. Спортивные штаны утепленные были в Советском Союзе с такой ткани. За $54. Но. Угу. 310, чтобы эта кофточка стоила, которую я вам показывала, с пуговочками. Пуговочки вышитые тоже сверху, материал на пуговочках. 310, девочки. Все, Ханька, пошли. Значит, я вам про ту плюшку, да, что дома вот дай, вот эту всю вешалку с плюшками, да, и хрен поносишь. Такие деньги. Ну, куда-то в гости. Ну, раз. Ну, два куда-то в гости. Ну, куда еще? Так это на улицу, но не носят. И в Америке тем более. Как я не устаю повторять, как она девушка. Да что вот рассказывать? А вон этот Pretty Woman, как она в русском варианте, кино, фильм. Не Pretty Woman, а I see, do you see, I see here, no? Не Pretty Woman, как она, красотка. Pretty Woman в американском варианте, ну, фильм называется, да, а наши же, когда купят, обязательно переделывают. Не знаю почему. Может, все их страны переделывают название, не знаю. Красотка это с Джулией Робертс. Так, а наша вон шла по городу, скупилась такая, одета красиво. Не ходят так по городу, не увидите вы. Вообще не увидите. Это где-то из дома в машину заскочила и опять выскочила. Ни в какой магазин она так одеваться, переодеваться не пойдет. Вот, понятно. То есть люди богатые будут в дорогой одежде, но во всяком случае не в этой вот вычурной, которую надо по случаю носить. Я вам про это хочу сказать. Не носят. Так, да ладно. Русские иногда одевают. Ну, вот так вот лучше даже носят, чем так, как Джулия Робертс шла. Шляпа поля такие, как у сомбреро. Платье, значит, коктейльное на ней, да? Я помню, черная шляпа и белое платье шла с пуговицами, с черными, да? Нашла из бутика, скупившись за его деньги. Да? Кто помнит этот фильм? Фильм всех народов. И всем нашим девочкам нравится. А то, что представить, как... Проститутка она, значит, да, была. Вы представляете работу? Все завидуют ей, да? Вы представляете работу проститутки? Ой, девочки. Так, идем на блеск. Мама, это лайк. Это как этот... Как Новый год. Мама. Это ж надо блестеть так. Красивый блеск. Nice, а? You like? Evening dress. Nice color. 336. Ну и пайетки так себе не очень колючие. Ну, в общем, сегодня день Святого Валентина. Видите, какие юбки, девочки. Такую юбку. Вот. Вот эти мне не очень. Оно смотрится так. Это просто. Ну, для очень молоденькой, да. А вот для достойной постарше. Ага. Nice too, right? Это классно. Немножко царапается. Или лобет скрачен, right? Сколько на 318?
Вот. Ну, а эти сетки. Вот. Для тех, кто постарше, да? Соответствующий цвет вам, чтобы уже готовился с этим цветом, чтобы к цвету привыкал, да? К черному. Я про это. Ну, в общем, вот так вот. Ага, вот какой зеленый эмеральд. Цвет, мама. Зеленый. Ну, this like, ну, this not even in English. Да ну, да ну, это свет. Да ну, I will be very white, говорит, а ну, по мере я посмотрю на тебя в этом плане. Да ну, Ханя, he's big like это, как это, на самоваре. I would like it shorter in the front and longer in the back. А, like that. Ну, 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 it is for go. Or slit. Yeah, it needs a slit in it. Yeah, it's go to some special place. Idea not bad, but oh, naked, honey. This dress you like? You see that lady? About 3 slits in it. Yeah. With different lengths. Yeah. I'm gonna get 3 оборки. Ah, 3 different lengths. I'm gonna get впереди. Not 3 different lengths, but. Mm-hmm. Listen, lengths. That dress nice. You see bronze lady? This one. Oh. Я говорю, вот это, вот это тебе больше нравится. It's illegal. Говорит, это незаконно. У них это... Mannequins. In the back, good. You see dress from the back. Very nice looks like, huh? What about arms? Вот эти дорогущие. Сейчас я вам скажу. Вот это русская. Это Комаров, да? А ну, ага. Комаров, видите? Комаров компания, они смотрят, я помню, первый раз их увидела, эти платья, они жадкие, да, вот эти. Думаю, господи, что у них хорошего. Они такие дорогущие, меры нет. Комаров. You see, Комаров компания, honey, this Russian last name. Канадская. Кажется, женщина это Комаров. Она в Канаде живет. Ну, не она, а целая плеяда компания. И вот они, Комаровы. Они очень дорогие, сейчас скажу, платья. Ты, Комаров. Yeah, this Camaro. Они дорогущие, very expensive, I know. И nothing pretty. 438 с кофточкой. А эти покороче. This is nice. How much? Yeah. 330. Вот такие вот дорогущие комаровские платья. Но где-то в бутиках. This Russian immigrants open long time. Вот это Комаров. Long time ago in Canada, I think. Business. 290. Вот, это все Комаров. Так, ладно, пошли. Значит, я шла вот к этой страсти. Смотрите, какая. Ой, радуга. Ой. Ой, поэт. Ой, там что-то еще открылось под низом. Ой, там под низом вот так вот взялось и открылось. Можете себе представить. Коктейльное платье. 145. 145. This 40% off. 40% снижение цены на платье. Так, девочки, значит, мы с вами ничего мы не покупаем. Вот бабушковая. О, for бабушка, honey, this one. О, бабушковая, вот такое. Вот так вот на свадьбу пойти. Нет. Форме это для меня что-то оно уродливое. Ничего хорошего нет. А что я вам не показала, что мне нравится? А мне тут что-то ничего так не остановило. С накидочкой. С накидочкой 71. 71. Yeah. This like on the top, right? Это... распродажные. Вот эти старые платья. То есть, ну, давно их уже делали, да? Такие. These old dresses, I mean, they made a lot like this one, right? Вот эта вышивка бисером. Стеклярус этот поверху пошел. Стеклярус. Музыка забанит меня. Ой, девочки. Ну, и так вот, чтоб я... Вот так вот stop and buy, right? Ну, вот эти еще так что... Элегантное, неэлегантное. Плечи увеличивает это платье очень сильно. Здесь, если есть живот, все.
обтянула все, все показала, все. If barely you have here, forget about. На светлом фоне животяра. А? You hang something like that on your door handles. Yeah. Говорит, как шторы на, ну, на дверях. На дверях эти сюльки. О, бабушка, еще вот здесь бабушка. Такое бы никогда не надела никуда. Нет. Лучше вообще без платья прийти. То есть, я имею в виду не без платья прийти, а в каком-то простом. Ой. Ну так вот впереди я там что-то находила, да? Что мы там с Хазбатом трогали, а так ничего. Ну опять голый. Honey, they naked here, you see that? Может, потому что День Святого Валентина они здесь раскупили их из манекена, прямо сняли. Naked here. There's something on it. Yeah. Huh? Вот это ничего. А, это костюм, это брючный, you see? It's a jumpsuit. Этот комбинезон джемпсут. Ну ладно, девочки. Ой, что это такое тут перевязанное летнее платьице? А, это оно не перевязано, оно упало здесь. Халатик с запахом. С запахом. Халатик. Хаятик. Я когда платье показываю, мне все время говорят, господи, Лена, в Америке там ничего такого особенного. Действительно, ничего особенного такого нет. Вот же розис, you see? Бежевые розочки, говорит. Говорит, вот та блондинка в жутких розочках. Но не моля его. Помните? Служебный роман. Вот, this dress nice. This not bad. Вот это будет ничего смотреться. У кого фигура. Опять же, если есть живот, вот это будет в центре. Выше пупка немножко. Это будет ужасно. Плоское тело надо. Но this idea not bad, right, honey? Найди. И то, вот это. Ну так, в общем, я все раскритиковала. Некоторые пишут, Лена, ужасная одежда в Америке, вот ты там показала. Некоторые пишут, все раскритиковала. А сама-то, в чем ты ходишь? Сама-то, в чем ходишь ты сама? Я сама не хожу никуда, потому что платья нету. Не за что купить. Так. Вот что-то такое. Ничего, смотри. Can be fly. А, здесь руки выходят отсюда, да? И отсюда рука пошла. Вот так вот. Раз. Тоже. Угу. Вот это более бабушковое. У нас на свадьбе такое. А, вот это же. Ну, это больше крисмасовское. Это так вот. Это... Может, и по лету можно... кому-нибудь на свадьбу. На свадьбу у нас носят это платье. We came here, right? Again to this dress. Dress this is 338. Heavy, а? Очень тяжелая. Тяжеленная вообще. Ну ладно, let's go, honey. Потому что мы здесь не это... Не одеваться, а видео пришли снять. У меня есть вечернее платье. Есть. И уже маленькие они стали. Куда бы их деть. От хорошей фирмы. Классные. Рукава только. А вот само платье обычное. What are the pants there? No, it is dress. Где, говорят, брюки? Short dress. This cocktail dress. You see that? Вот, жуткие розочки тоже опять. Жуткие розочки. Девочки. Сколько там она стоит? Не вижу. Ну, розочки жуткие. Все dresses. Сереньком. Комбинезон на полу, видите, лежат ноги. Бархатная. Бархатная вообще обтянет все. Ну, это на там маленький размер. Но бархатная и атласная делает ужасные вещи. Ужасные. То, что у тебя ничего нету, там жира, и то покажет, что он есть. О, вот это еще. Та, парча. Девочки, ну, в общем, вот так вот. Платья много, а надеть нечего. Кстати, они это самое. Ну, говорят, что платье надо одевать один раз. Второй раз уже в ту же компанию или с теми же людьми нежелательны. Ну, это...
Может, для очень-очень богатых. А это трикотажные. Ну, let's go from this place. Тоже коктейль пошел. Ничего мы тут не увидели такого красивого. Пошли. Так, все, я считаю, что я вам сняла, а то говорите, что не снимаю платье. Потому что мне особенно как-то, ну, не то, что неинтересно, а... Не знаю. Не носится это в больших количествах, только в гости куда-то, ну, понятное дело, это по всему джемпер. Джемпер. А, over there, white. It looks like children, for children костюм. Вот этот white. Говорит, смотри, этот джемпер, этот комбинезон. It's nice to be in house. Yeah. But it is junior department. Это отдел для девочек. То есть этот тем, кому 16 девочки, этот отдел. Шашна опять коктейль. Ой, пластиковые такие не очень. Но это недорогое все. Это все тут висит такое, что это все не этот. Сколько там оно? Да, 48. Вот эти. Нет, это. Джиани Бини. Джиани Бини. Джиани Бини. Вот они. Джиани. Бини или не бини, на распродаже $40, $50. Вообще, в принципе, можно вечерний дорогой не напокупать. Главное выбрать то, что пойдет. Я комбинезон. Ну, let's go. Always ask. Вот это черно black, not bad dress, а? This one. Смотрите, коктейльное платье какое. Вот это ничего. Ой, легкое такое. Кажется таким тяжелым. Не-не-не, легкое. Подклада. Ничего. Но опять же, это ж молодежный отдел, да? Ну, я просто для молодой девушки. Можно и для женщин. Ничего, вот это ничего. Так это более-менее со вкусом смотрится хорошо. Ну, может, там на экране. Ну, поверьте, ничего. Да. Конечно, в моем возрасте такое не наденешь. Но я просто что... То, что остановился в глаз на чем... А здесь сзади глаз остановился, дождик. Yeah, let's go. Он говорит, пошли есть. Правильное решение. Вот эти все простое. Ну, это с джуниора они начинают, то есть с молодежного отдела. Yeah, бирюзовые. Бирюзовые.